Рыбакит, папа рисует. Привет, я Ваня, сегодня я рисую трактор из мультика Турбозавр. Рисуй со мной, будет просто, поэтапно, все у нас получится. Все постепенно, я тебе все покажу. На белом листе бумаги с хорошим настроением, восковым мелком или карандашом рисуем трактор. Большой, и наш стегозавр Тор превращается в трактор. Тор-турбозавр. Начнем с колес, как всегда, чтобы у нас все получилось. Два больших колеса рисуем, но чуть правее. Вот одно здесь колесо рисуем, большое, вот такое прям большое. Трактор мощный очень. Здесь второе, такое же, прям одинаковых. Двоичко рисуем, двоичко. Одно яичко, второе яичко. Одно яичко, второе яичко. Один кружочек, другой кружочек. Ну, они чуть-чуть приплюсанные, получаются такие овальчики. В них нарисуем еще по кружочку. Я специально побольше болтаю, чтобы у тебя было время нарисовать. Ты не тормози, не тормози, не останавливайся, и у тебя все получится. Так, что есть у Тора, у трактора? У трактора есть бампер, или я называю нос, его буду называть нос. Нос идет вот сюда, потом вверх поднимается сюда, и здесь заканчивается вот так вот. А здесь такая вот крыло нашего трактора. Получается, вот этот трактор уже почти получился. Вот и бампер передний, вот он передний. Здесь он и болтает, я знаю, болтает. Болтун, динозавр-болтун. Точечка. Все. А теперь кабина. Кабина вот отсюда идет вверх. Здесь тоже вверх. Здесь соединяем. И получается кабина. Есть передняя часть, вот лобовая часть, да. Мы ее тоже оставим. Сразу же нарисуем кабину, такой полукруг, чтобы был похож на нашего турбозавра. Если ты видел мультик Турбозавра, то я думаю, ты точно уже узнаешь Тора, динозавра, который превратился в трактор. Дальше, что есть еще у нашего трактора-динозавра? Что же есть? Надо вспомнить, надо все вспоминать, все четко, чтобы у нас все получилось. Да, есть у нас второе колесо, вот здесь вот оно видно, вот здесь вот, вот видно, здесь. Большая труба. Он, я думаю, дым не делает, потому что они там энергосберегающие такие турбозавры, да. Но наверняка, чтобы люди его не заметили, он превращается в такой более старый трактор. Здесь заднего вида зеркала. Глазки. Глазки. Он улыбается, если ты заметил, да. Все, у нас все по чину. Теперь надо нарисовать его дрель. Он там дрелит и что-то делает. Или отбойный молоток у него классный. Но я боюсь, у меня полностью не влезет. Но хоть что-то влезет вот сюда. Вот такая вот дрель. Вот так вот. Раз, два, три. Вот дрель вот так держится на болтике. А еще у стегозавра есть такие штуки. Я их называю пластинами. И здесь как раз влезут эти пластины. И у нашего турбозавра, стегозавра Тора есть эти пластины. И мы их три нарисуем. Теперь мы раскрашивать будем постепенно и поэтапно, чтобы у нас все получилось. Берем лучшие краски, акварельные, лучшие. Для того, чтобы рисовать, потому что сейчас они не будут размываться. И выбираем цвет, который. Я думаю, будем выбирать и фиолетовый, и розовый. Сначала берем фиолетовый, как мы раскрашивали Тора. И раскрашиваем фиолетовым часть Тора. Фиолетовым раскрашиваем часть Тора фиолетовым. Здесь фиолетовый. Здесь фиолетовый. И колесики могут быть фиолетовые, да? А часть будем раскрашивать синим. Синий мне тоже цвет очень нравится. Побольше его возьмем и раскрасим его синим цветом. Где синий цвет? Синий цвет вот здесь, например, вот здесь. Хорошо виден, вот здесь. Это синий цвет. Не стараемся там все прям закрасить, но все-таки стараемся ровненько красить. Отбивной молоток, его отбойный молоток, да? Отбойный молоток, полоски, такие вот красивые, да. Что еще есть? У него заднего вида зеркала тоже могут быть синенькие. Труба, дай-ка посмотреть, наверняка тоже синенькая труба. Шапочка, будем ее называть шапочку. Или кабина, или крыша кабины. Я думаю, фиолетовая. Еще хочу голубым закрасить его стеклышки. Мне очень нравится голубым красить именно окошки. На всех машинах я делаю голубые, как будто они отражают небо здесь. И черный, в конце берем черный, потому что черным мы будем красить колеса. Черный надо очень ярко делать, черный, насыщенный, черный колеса. И вот наш турбозавр почти готов. Мультик Турбозавра мне очень нравится, турбозавры такие классные. Они быстро превращаются, сам мультик недолгий, и обычно его на обеденный перерыв с детьми можно посмотреть и потом обсудить, что же произошло и что да как.
В конце нарисуем ему дорогу. Но не просто дорогу, а как будто он едет по камням или земле, потому что это трактор, и он может ездить по этому? Ездить. Обязательно в конце нарисуй что-нибудь такое вот полезное для нашего трактора. Потому что если он будет просто летать в облаках, то это будет у нас летающий динозавр. А так у нас едет вперед, и мы с тобой классно справились, я думаю. Очень прошу тебя, делись своими рисунками. Ну что ты нарисовал? Если ты хочешь больше учиться рисовать, то ты должен научиться делиться с рисунками. Сразу же сфоткай и пришли его в группу ВКонтакте или в телеграм-канале Рыбакит попрессует. Также есть, я знаю, группа у турбозавров. Посмотри, там тоже здоровские мультики можно посмотреть. И даже какие-то интересные задания для детей есть. Так что родителям советую заходить на турбозавров смотреть. Там есть интересные моменты. Всем радости, творчества и хороших деньков. Пока-пока.